Ритуал на желание, на закат, на летнее солнцестояние, к Митре. Ритуал 5 дней плюс-минус от летнего солнцестояния делаем. На закате приходим к воде или ложим зеркало под лучи солнца, сказать: Митра, бог солнца, света и войны, зороастризма, тебя я на закате в летнее солнцестояние призвал, меня услышь, сегодня ты. Тебе перо я в дар принес от дикой птицы, и на закате мое желание в жизнь воплоти, солнце поверни, тебя просил и заклинал. В дар на перекрестке оставить черное перо дикой птицы. Черное сработает сильнее. Говорим желание. Водку поставить петунии на лугу, перекрестке или в людном месте. Откуп даем сразу или как исполнится желание. Перо мы оставили. И оставляем белые петунии. Они очень красивые. Откупаюсь. Но вы можете оставить после откуп того, как исполнится ваше желание. Но не забудьте. Говорите, естественно, вслух свое желание. Говорите четко, оно исполнится. Но, естественно, когда дар дают сразу, это обычно и откуп работает сильнее, но на выбор.